Привет всем, в этом видео я вам покажу, что лежит в моей сумке. Это был запрос, только сегодня поступило, я решила сразу его выполнить, так как видео на эту тему выходят не очень большие. Вот моя сумка, вы видели ее в последних покупках, она из Страдивариуса. Вот так вот выглядит наполнение, там много всякого барахла. И первое, что мне попадается, это книга, которую сейчас читаю, «Сойка пересмешница», «Голодные игры», последняя часть, очень нравится, скоро дочитаю. Так, дальше варежки. У меня такие вот из H&M, очень-очень теплые. Дальше кошелек тоже из Страдивариуса. В последних покупках вы их тоже видели. Так вот все выглядит. Салфетки сухие. Пудра моя сумочная. Dior Skin Forever Compact. 0,23 оттенок у меня. Такая вот. Наушники и очки. Так как у меня плохое зрение, иногда я не ношу линзы и одеваю очки. iPod. iPhone. Санитайзер для рук из Boston Body Works с божьей коровкой. Такой. Не очень мне не нравится, кстати. Так, дальше. Сувера для Макдака. Наклеечки уже, две штуки, две таких карточки потратила на купчины бесплатные, вот санус собираю. В кармашке на молнии лежит студенческий билет и пропуск в университет, паспорт. И в боковом кармашке без молнии лежит пилочка, вот эссенс такая маленькая в чехольчике, всегда пригодится. И жвачки без упаковки. Все. На этом все. Сумка пустая. С таким наполнением я хожу в магазин погулять. А когда я хожу в университет, я ношу с собой ручки, карандаши, блоки. Ну и все вроде. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за внимание и всем пока.